Сен-Йон. В атаке 30-й Кристиан Ацу. Он слева. Роберто Фермино сегодня не в старте. Увы. Увы, естественно, он. И атакующая тройка. 10-й Садио Мане. 15-й Даниэль Свисток. Да, свисток. Начало матча. И эта встреча началась. По Ливерпуля Брэндон Роджерс и Лестер под руководством ирландцев. Матчи. И все зависит от нас самих. После дублю сделали Хендерсон и Старич. Агер и Бурини еще забили за Ливер. Очень уверенно со счетом 4-0. Ловрен, Салах с пенальти. Шляющий, увы. Сегодня Старич. Он редко выходит в стартовом составе, но левых защитников английской премьер-лиги нынешнего сезона. И он, кстати, попал в стартовом составе. Вы помните, он играл, Матип играл против Барселоны. Свой гол 11-й Мане. Мане в положении вне игры. И тут нужно отдать пулю. Не будет. Его ожидает тяжелейший матч. Рафа Бенитен повторил. Сейчас смотрим за этой атакой. Ворвался Мане. Разворачивается и пяткой великолепно делает Тренту. Но тот делал пас назад по диагонали. Штрафную площадь Робертсон делает прострельную передачу и попадает в головы. Вообще, это свободный, по идее, должен был. А Бернли был. Сейчас подача в штрафную. Бить неудобно. Удар обороны. Сейчас подача, нам показывают повтор момента. Если вы помните, Бернли был такой был защитник в Ливерпуле. Сейчас Мане врывается. Была игра рукой, но нет. Снова пас на Салаха, лучшего бомбардира. Мане идет от Вейналдума. Мане, подача в штрафную, прыжок. Салаха, Салах! Перенести давление на Манчестер. Удар по воротам, гол! Вирджил ван Дейк забивает гол. 1-0. Ван Дейк, лучший игрок по версии PFA. PFA лучший в Ливерпуле. Безусловно, и тут, разинув рот, смотрела оборона Ньюкасла, как Вирджил ван Дейк с разбегу вколотил мяч в ворота. 4-й гол. Лассальс играет назад на Дубровку. Дубровку пустил. 4-й гол. Ливерпуль выходит вперед. Выходит вперед. Вот видите, здесь и сейчас. Лестер прекрасно выступает под руководством Брэндона Роджерса. Не обращаясь к игре на кампу. Ну, сейчас Салах с мячом останавливает. Более приличным счет, не просто приличным, но более комфорт. Тут даже вопросов нет, и поэтому истеричил. Сейчас подача в штрафную. Момент опасный. Мэтью Ричи. И тут спасает свою команду Трент Александр-Арнольд. И все-таки гол. Гол показывает Андре Маринер. Гол. Мяч пересек линию ворот. Видимо, был сигнал у Маринера на часах. Тут без взял и удалил гипса, не Окса. 1-1. Нелеганный воспитанник от Челси. Он, кстати, в своем предматчевом интервью. Ричи, подача, и вот момент, туда. Владение мячом 73-27 в пользу красных. Тоттенхэм, это Ричи. Атакуют Ньюкасл. Ки, удар поворотом, мяч в руках. И не смущаются тем, что против него игра. Удар поворотом. И игры идут вперед. Это Йосе Перес. Пас назад на Хайдена. Причем высокий Кивинсон атаковал, но пас идет на Салаха. И вот в 37-м туре Старич пяткой делает передачу на Трента. И вот момент. Гол! Гол! 22-й гол Мохаммеда Салаха. 2-1. Ливерпуль выходит вперед. 2-1. Красные ведут. Вот это матч. Фантастическая перестрелка. И опять Дубровка начинает. Трент здесь. Йосе Перес и Старик. Трент пасует назад на Ловрена. Его атакует Рондон. Пытается серебряные медали. Ну и бронзовые тоже. Только золото. Подача в штрафную. Но пас получился на Мане. Мане на Мохаммеда Салаха. Мане 1-1. На Мане. Мане на Салаха. И Салах так мягко выводит на ударную позицию. Да, вот такие атаки. Они, конечно, приятны для глаз. Что там говорить. От передачи Старич на Салаха. Как бы вспомнив, что в конце концов
Он и непростительные позиционные ошибки. Лучас, ошибка в передаче. С мячом. Стал.